Оппозиция, оппозиция тем, кто сегодня у власти. Мы должны, стремясь в Европу, знать, что если эти по каким-то причинам уйдут, то придут другие, которые не будут менять курс. Потому что хватит туда-сюда. Мы выбрали курс, мы выбрали ценности, надо идти по этому пути. Я хотел сказать Андрею Настасе, но чтобы стать настоящей оппозицией, а потом властью, надо пропахать Молдову, надо одеть резиновые сапоги, пойти в села, доносить свои идеи, а не приходить и от имени народа ставить ультиматум. Сделайте так, к такому-то сроку, иначе все, жоз. Вот это, к сожалению, вот такая истеричная, неподготовленная оппозиция, она не имеет перспективы взять власть. Поэтому я...